Есть годовой план работы, к которому подключились главы местного самоуправления. Этот план включает в себя, кроме традиционных встреч, кроме традиционного диалога и оказания поддержки организациям ветеранов Афганистана, и другую работу – это оказание социальной поддержки ветеранам и их семьям, семьям военнослужащих, погибших в Афганистане. Центральные события, посвященные празднованию 25-й годовщины, пройдут 15 февраля. В полдень состоится торжественный митинг у памятника «Разорванное братство». А в 15 часов ДК имени Солдатова – праздничный концерт с участием Пермского губернского военного оркестра. Кроме того, в программе этого дня – награждение ветеранов юбилейными медалями, которые утверждены Министерством обороны Российской Федерации. Медали, видимо, не сразу придут, а будут приходить по частями в течение года. Значит, будут через военкоматы, там районные, городские, значит, каждого ветерана наградят. Будет награжден каждый ветеран. Сегодня у нас в Пермском крае, ну я так цифры назову, 5027 человек. Подчеркну, что с приходом Виктора Федоровича Басаргина, значит, реально почувствовалось внимание и забота о ветеранах. В течение всего года в Прикамье пройдет множество различных по формату мероприятий. Среди них диспансеризация ветеранов-афганцев, военно-патриотические встречи со школьниками, поездки в воинские части, установка мемориальных досок, ремонт памятников и многое другое.